Военная база. Захуярится с толпой бешеных чурок. Ух, как их много. Ну и нахуй, вы видели, как их много? Там человек 30 нахуй спустилось. Бля, ну тут поменьше людей, вот я вижу пока что трех. Но три это лучше, чем 30. Чат, смурки! Три лучше 30. Еще и нога на прицел просто пиздец. Я не знаю, лучше от бедра, наверное, стрелять было. Я не вижу машину. Блять, хоть. Мы залутаем парочку домов крайних и сразу пойдем. Пойдем куда? Блять, УАЗик вижу, сука. Пизду вас, ребятки, до свидания. Было приятно познакомиться, но меня ждут великие дела. Я великий угонщик УАЗиков. Сука, почему ты так медленно приземляешься, пидор? Ты, блядь, еще... Ну да, нормально. Хоть... Нет, 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 вот еще один угонщик УАЗиков, сука. Уйди от него, это мой. Откуда вы видели этот парашют ебучий? Сейчас он поедет в мою сторону, а здесь я найду автомат. Смотрите, автомат! Серп. Бля, может ему что-нибудь спахать? Сука, иди сюда. Блять, ну как всегда, какой-то пидрас оказывается быстрее. Причем из ниоткуда прям, пиздец, я его не видел. Украли у... Еще один серп, охуенный лут. Я побежал. Мне показалось, или там броник? Нет, это... Не броник. Вот там уже пацан, что... Не, не пацан. Текстура. Сразу видно, вот кто бежит. Угонщик! Серпом я взламываю замки. О, ебать, он пошел лутаться, что ли? Или это другой стоит? Ну я ровно в центре, самое забавное, но, блять, я не хочу быть ровно в центре, потому что на меня... Как бы хорошо, что будут эти люди, но, собственно, я без лута. Мне надо ехать в рожок там. Не, даже давайте на... Блять, куда он летел? Не, это плохо. Надо прямо на Георгова. Нам надо куда-то на поляну, да. О, вот это дом пиздатый. А, блядь, ты откуда по мне стреляешь, лох? Да УАЗик, блядь, ну дай залезть-то, ну ёб твою мать. Или это меня дамажило из-за того, что пинг, и я спрыгнул. Похуй, пойду лутаться. Ты, видимо, я спрыгнул так. Охуенно урон. Опа, блядь! О-о-о-о! Иди нахуй! Я ему голову нахуй срубил. Я ему срубил голову. Зачем нужны автоматы, когда есть серп? Бля, я надеюсь, этот клип есть. Я хочу увидеть это и смотреть это перед сном снова и снова. Нет. Блять. Как же он сам охуел. Ниндзя. А это получше будет, чем пистолеты. Как второе оружие. Этот парень прилетел сюда, думает, сейчас я тут залутаюсь, я пиздатый. Так, надо М-ку все-таки взять. Больше калибр. Больше шанс разъебать. Ну серп, бля, с серпом вообще ни один калибр не сравнится. Разве что.
Ничего. Музыка топовая, да, вы можете ее включить на Plug DJ, ребят. Я сейчас не хочу музыку, я не услышу ни одну машину, если она подъедет ко мне. Я просто, блядь, ничего не услышу. Если топ, ну, когда люди ходят, не слышишь, то, блядь, машину хоть возможно, если повезет. Это то место, кстати, где мы, помним, с ребятами дефали. Так, здесь нихуя. Но он, видимо, уже начал лутаться здесь. Раз у него М-ка. Ой, здесь еще одна хата такая же. Лёль. Я не видел, что такие бывают. Раздельно так. Так, бинты, нахуй, не столько бинтов. Верни. Блять, все, вот так-то. Еще одно пальто. Одену вот это пальто. Не с того же маха, а новое. Так, цевьё не подходит, мачете, много мачете, если есть серп. У меня стоит очередь. Вообще, блядь, на самом деле очень хуёво с эмкой бегать вот так вот. Из-за того, что у неё, когда стреляешь очередью, просто настолько нахуй уводит прицел. Кстати, чё она у меня тут? Не. Казалось, что она будет с обвесами, как будто кто-то ее положил туда с обвесом. Коллиматор доступ. Бля, теперь, я думаю, можно пробовать. Даже если будем стрелять одиночными, то... Блин. Да-да-да. Ломик, еще один серп. Игра прям намекает, давай. Бля, в две руки бы взять серпа, и представляете, идете и просто машете, как жнец во время ульты во все стороны. Дай, дай, дай. И они умирают, они умирают. Отстоим, Франгель. Верной дороге идете, товарищи. Показалось 416, 416 это настолько было бы сейчас охуенно найти. Да возьми аптечку, нахуй ты что-то еще берешь. Защитные очки, ноп. Еще одна 16, да вы, блядь, издеваетесь, типа, классно, что много патронов, но, типа, а где же разнообразие? Не хватает уже места, уже, блядь, набрал патронов. На самом деле, типа, ну, мы залутаны, но не до фула, типа, не хватает нам еще, на самом деле, дохуя, но, типа, можем здесь пробовать закемпить и дождаться кого-то, кто-то там поедет, и мы его разъебем, собственно, но это такое, на самом деле... 50, нахуй, выкиньте, пожалуйста. Или мы можем просто уехать и уже играть от круга. Типа, может, будем в центре, а может, и не будем. Не, очень хуёво с такими, блядь, оружиями сидеть здесь и кемпить. Ну, лучше золотая я просто не дома и уйду отсюда. Кстати, я здесь был? Чат, я был здесь? Я был здесь. Ой, это не выход. Патронов для ПТТИМа, да. Набрал для себя, любимого. Сега! Что-то новенькое сега, это получше будет. Калибр этот, вот это в пизду, тогда пистолет. Прости, тоже съебись отсюда быстро. Вот, собственно, и мы уже взяли хоть еще один ствол. Это получше будет. Правда, сега хуже, чем дробовик, блядь. Если бы был дробовик, я бы его выбрал, на самом деле. Сега хуевая, типа она скорострельная, но дробовик мощнее. Типа он ваншотнет, если ты попадешь пацана, он в тебя со сеги.
Я Узлобняк. Я сейчас соло. Если кто-то из ребят будет, то мы вчетвером захотим, то я Лидексу обещал последним. Ну, если будет слот. Но если что, если надо будет два, то можно будет. Еще патроны, еще патроны, блять, обожаю патроны, я бы обмазался ими, если бы мог обмазываться патронами. Голографический, еще и шлем третий, вот это уже получше, блять. Канистру спизжу. Собственно, отсюда сейчас люди будут переть. Мне бы сейчас прицел, 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 родненький. Единственное, что осталось, прицел. Прицел, прицел, прицел. Так, может в этих домах что-то будет. Сейчас здесь найду кого-нибудь, блядь. Ой, здесь кто-то есть, скорее всего. Он типа еще лутает и не успел дойти до, скорее всего, этого ебучего места, где я нашел шлем. Ибо, блядь, вряд ли кто-то бы пропустил третий шлем, если только у него не было бы третьего шлема. Сука. Давайте вернемся к моему любимому УАЗику. У нас бензина вроде уже и много, но на всякий случай. О, аирдроп. Бля, давайте пробуем съездить. Он на самом деле довольно неплохо падает для меня. Сдохнем так сдохнем, я не знаю. Я не хочу сдыхать на самом деле, но я уверен, там никого нет. В то место как-то уже падал аирдроп, я помню. Блять, М24. Забрать прицел туда. 762 и сюда. Все, поехали. Фу! А еще, как всегда, знаете, дохуя лута, и ты такой, блять, а места-то нет? Надо ехать, обижать вот это все говно. Нам где-то здесь круг будет, скорее всего. Ой, только не перевор... Нормально. Сойдет. Сейчас более утоляющий или что у меня там есть? У меня нет нихуя. Ехать полю. А поле, сука, очень-очень хуёвые текстуры, и мы будем сейчас прыгать как на кочках. Главное, не суперскорость. Вот где-то я вижу домики здесь на краю какие-то. Давайте туда поедем, там укрепимся. Хотя нам даже левее бы. Мне бы какой-нибудь одиночный, знаете, такой. Можно, кстати, и здесь в камнях. Я думаю, кстати, будет нормально. Камни — это всегда охуенно. Собственно, вот здесь где-то сейчас сядем. Я надеюсь, с другого берега меня вряд ли рипну, да? Дайте я посмотрю. Хотя, блядь, все возможно. Бля, ну он слишком быстро, он на берег плывет. Надо сейчас зайти за ним. Что сюда можно надеть еще? Вон он, бля, я не доглядел.
Ну, ему придется хилиться. Бля, ну плохо, что я не попал в голову. Блядь, сейчас еще не выберусь отсюда. Сука, 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 я не могу выбраться. Ой, блядь. Все плохо, чат. Мне придется вперед бежать. Надеюсь, он об этом не знает. Фак. Ебучие камни. Не, ну мы съебемся, это почти 99%. Только если мне, блядь, не повезет и прилетит ебало с того острова. Все, вот и готов. Теперь я могу спокойненько, с чистой совестью подняться и съебаться. Да. 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 Rest in pepperonis. Нуп. Блядь, блядь, блядь. Откуда по мне начали схуярить? Чат, кто видел? Какой жмых посмел по мне хуярить так? Блять, я даже не увидел. Вы представляете? Как плохо. Все, мне в ебало прилетело. Если бы, блядь, не шлем, я бы сдох уже. Мне прилетело в ебало, это снайпер. Это ебучий снайпер. Сука! Я могу спуститься, собственно, вниз и уплыть на лодке, пока есть время. И залутать попутно, кстати, пацана можно будет его. На меня смотрят, а пошел, короче. Пизду. Я надеюсь, здесь камни нормальные. Не убивайте меня, камни. Пожалуйста. Вот такая песня. Недалеко кто-то хуярит, прям слышно. У меня гильзы падают его. Блять, а он лодку еще на... Ну, ладно, по берегу все равно лучше. Типа у меня пиздатое место, но я... меня смотрят. Я оттуда не уйду никак. Лучше по краю круга, вот так вот по камням мы лучше заново будем прибираться. Это единственный пока что для меня нормальный выход. Более безопасный, по-моему. По-моему. Слышалась лодка. Там еще на краю, кстати, у них может это быть, поэтому лодки еще будут, скорее всего. Вот родненький лежит. Так, коллиматор, компенса... Оу, щит, неплохо. Блять, ни одной хилки. Он, видимо, все завязал перед тем, как я его рипнул. Непривычно смотреть стрим Моники в формате 29. А что непривычного именно? Именно новую Моник купил? Или что-то именно со стримом? Растягивается как-то он странно. Плохо, что здесь не подняться. Очень было бы сейчас хорошо. Бля, ну мы можем пока, в принципе, здесь заныкаться. Самолет летит. Машина надо мной. Надо идти. Иначе меня сверху раз... Хотя, если мы спрячемся хорошо, он меня хуй заметит. Ой, у меня там на улице сирена там, видимо, кто-то важный едет. Дорогу, чтоб уступили в сигнале всем, типа, пропусти меня. Пиздец прям.
Вам это не слышно, наверное. Окна закрыты. Тень немножко приоткрыта. О, я смог лечь здесь. Я видел. Там вроде бы у домика. Бля, надеюсь, он меня не заметил. Сука, если только оттуда он меня не заметит. Сколько там секунд осталось-то? А круг уменьшается уже. Вполне возможно, лодка, блядь, может подъехать. Вот это я, сука, мог не услышать. Но это уже мне не повезет. Я бы сейчас на лодку сел и перевернулся. Бля, так не хотел сверху спускаться. Я не знаю, что бы было, если бы я не спустился. Но пока что мы уже, вот видите, 23-е. Это, кстати, пиздатое место. Только меня могут сбоку просмотреть. Надо было сразу сюда сесть. И не мучиться. Ой, опять в кругу. Охуенно. Круг прям для меня. Как он сместился? Мне надо будет наверх. Но мне нравится это. Впервые он не убегает от меня. Бля, головой нельзя крутить, когда лежишь, это отстойно. Бля, сейчас бы на камни залезть. Как вы думаете, стоит оно того сейчас попробовать? Давайте дождемся круга и попробуем залезть на камни. Вот. Вот кто-то приехал. Или уехал. Приехали на камень, скорее всего, наверх. Давайте дождемся, давайте дождемся. Я не знаю, хорошая это идея или нет. Будем думать, что да. У кого-то тоже М24, блядь, снайперы, снайперы ебучие. Рагнар Гардалайка, надо запомнить это имя. Людей не очень много. Десять секунд до ограничения, чекаем, чекаем, чекаем. Блять, у всех эмки, кстати. Бля, мне одному не нравится эмка, типа, у всех эмки, и все убивают с них, а я вот с эмки стреляю, бля, у меня это просто уходит прицел пиздец наверх, либо они впритык хуярят, либо по одному. Но впритык, бля, эмка проигрывает же. Хола-хола-хола, сея, хола-хола-хола. Бля, о, ручки. Челика наверху залейте. Может, его убили, а может, он там умер сам. Ну, в туалете я видел, там ебало выскакивало. Я не знаю, мертв он ли он точно или нет. Круг приближается уже почти у нас. Надо смотреть по сторонам. Особенно вот с этой. Ну все, круг. 2 минуты. Единственное, что... Блядь, он от камней уходит. Ну вот здесь мы сможем засесть. Я так думаю. А потом уже навыки снайпера попробуем включить. Сука, 2 минуты, это так долго, это как будто вечность. 2 минуты, 2 минуты, 2 минуты. Это много или мало? Карту сдвинули. Кстати, в воде можно еще засейвиться. И хуй кто тебя заметит, чат. Да, вода в этой игре имбовая. Тем более, если даже стрелять начнут, ты под воду ныряешь, все.
Пацану надо ждать, пока ты вынырнешь, а ты можешь под водой там 10 минут сидеть. Сейчас я хуею, если кто-то выплывет. Кстати, в этой игре добавили бы еще костюм водолаза, там ласты, чтобы быстрее плавать. Вот это было бы норм. Раз здесь такая вода, что надо ее использовать. Блять, сыкотно, сука, 13 человек. Не хочу вылазить, я сейчас сдохну, если вылезу. Ой, блять, справа где-то хуярит уже. Либо сверху, либо справа, откуда я жду прям. О, убили это М24. Так, я в топ-10 уже, чат. Ничего не делаю, топ-10, осталось 10. Убили снайпера, у всех автоматика. У всех, скорее всего, отсоги. Бежит. Он нахуй побежал туда, что ли? Куда он побежал? Ебать, куда он делся? Сука, почему я... What the fuck is that? Куда пропал тот парень? Куда он пропал, блядь? Дэвид Блейн? Нет! Семь, шесть, пять, четыре, три. Блядь, мне надо добежать будет. Вот до сюда аж. Пиздец. Не пошло у меня с холмом. Тот парень настолько охуеть, как везучий. Я по-другому не объясню, куда он пропал. Блять, еще и туалет не подходит. Мне пизда. Меня сейчас, скорее всего, ваншотнут. Буду бинтоваться до последнего, блять. Мне туда не пойти. Фух, блять. Родники, что у тебя там? Кара 98, говорят у тебя. Блять, ты вообще без хилки? Бля! А! Разведка, ты меня испугал. А! Лови за топ-10. Молодец. Спасибо огромное за донейшн. Бля. Уже топ-4. Вряд ли там парень выжил бы, который остался. А, они в домах могут сидеть. Пожалуйста, блять, это не в круге. Мне надо любое дерево, которое в круге, это вот оно. Камень, 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 камень. Не убивайте меня из дома, пожалуйста. Если вы не пидорас, не убивайте меня из дома. Ух, пидорасов нет. Блять, круг, я в круге, но это пиздец. Сколько, 3 человека, и они, скорее всего, ну как минимум 2 в домах, я так думаю. Я не знаю, сзади, по идее, не должны обойти. Типа, если бы там кто-то был, то он бы кинул мне гранату.
Ну, ТАВ-4, бля, я не понял, что это за звук. Я зато знаю теперь, как звучит граната.